Пловцы рвутся к победе. Бравые служащие МЧС к труду и обороне готовы всегда, но сегодня чуть больше, чем обычно, ведь они сдают нормы ГТО. Сотрудники 37-го отряда Федеральной противопожарной службы совместно с отделом надзорной деятельности по Щелковскому району присоединились к одному из самых популярных спортивных начинаний. Приняли участие в заплыве на 50 метров в бассейне Щелковского плавательного центра «Нептун». Правда, пока в тестовом режиме. Настоящих медалей за эту сдачу ГТО не получили. Зато можно потренироваться и проверить себя на прочность. Мы с ними согласовали их участие, они пошли нам навстречу, мы пошли им навстречу. И для популяризации ГТО провели вот это массовое мероприятие. Как вы сами видите, сотрудники в основном довольны, то, что их привлекают к таким мероприятиям. Проведение сегодняшнего мероприятия в рамках сдачи норм ГТО – это основополагающий залог, во-первых, процветания нашей нации, спортивные люди, тем более в системе МЧС, всегда были. Будут. Поэтому я надеюсь, что мы будем принимать самое активное участие в рамках этой программы. Всего в заплыве приняли участие более 25 спасателей. Для того, чтобы сдать норматив на золото, необходимо проплыть 50 метров за 29 секунд. Сотрудник отдела надзорной деятельности Игорь Князев одолел эту дистанцию за 27. Говорит, держать себя в хорошей форме помогают еженедельные спортивные встречи с коллегами, волейбол, футбол и просто зарядка на свежем воздухе. Хотелось бы чаще, чтобы данные мероприятия проходили. Мы готовы всегда показать наш высокий профессионализм, на что мы способны, вот, доказать и еще раз доказать самому себе, что ты можешь все. Такая вот сдача норматива в тестовом режиме должна не только послужить тренировкой, но и привлечь в проект ГТО новых участников. В первую очередь подрастающее поколение. В следующем году на территории Щелковского района в сдаче нормативов программы планируют участие более 6 тысяч учеников районных школ от 8 до 11 классов. Также районный комитет по спорту очень рассчитывает на победу в областном конкурсе на лучшее внедрение комплекса ГТО. Естественно, Щелковский район однозначно будет в этом конкурсе принимать участие, и Щелковский район для себя в этом конкурсе ставит достаточно высокие цели. Главный приз конкурса – площадка со специальным оборудованием для сдачи норм ГТО. Так, стремление к спортивным успехам должно стать еще более массовым. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».